Литературный сквер в Нижневартовске официально открыт. Это место стало точкой притяжения для горожан еще в августе. Но торжественная церемония состоялась только сейчас. Аллею разделили на несколько зон. В беседке можно почитать книги и обменяться ими. В территории для отдыха удобно расположиться на скамейке или качелях. А еще здесь разместили скульптурную композицию. Найти литературный сквер очень легко. Он примыкает к зданию Центральной городской библиотеки. Создатели этого сквера очень хорошо сели, подумали, соединили древнее искусство, архитектуру и литературу, и на самом деле появился, с моей точки зрения, шедевр. Я уверена, что мы будем продолжать и дальше. Я уверена, что, я очень надеюсь, что Сибур нас будет поддерживать. А мы со своей стороны обещаем, что мы будем создавать невероятно комфортные, уютные, востребованные и нужные точки притяжения для жителей нашего города. Мы это все делаем для вас.